Yeah.
решение суда, вот, может быть, только сейчас или минут через пять объявится. Я не стал ждать решения суда, я пришел к памятнику. Я думаю, что... Вот Юра сказал, что... Да, да, да. Здесь вот, говорят, человек 15, вот я... До 12. Ой, вижу. Да. Да, Денис, если хотите, подходите сюда. Нет, я подождем. Да, ну все скомкано, и мы просто так... Юра, не дают там полицейские. 5 минут. А, ну так мы подождем 5 минут. Вот. Говорят, через 5 минут мы... Все. 16 марта. А почему именно 16 марта? Потому что современный фашизм – это отношение латвийского государства к жителям денационализированных домов. Это есть геноцид. Потому что 78 тысяч квартир в 91 году было денационализировано. Значит, если считать в среднем по 3 человека, 210 тысяч жителей Латвии были лишены права собственности на квартиры, которые трудом и потом заработали их отцы и деды. Вот это и называется современным фашизмом. Поэтому Юрий Котов решил провести такую акцию 16 марта. Мы поддерживаем эту акцию. Я житель денационализированного дома. Мы поддерживаем. Он звонит, здесь мы тоже приедем. Это Рига Домин на Утесе была Азия. Я парцел лайку не ликни. Ну, то и появляет Рига Дом. Капец, виня. Виня с Испом. Капец, команды Рокас. Satversmes tiesas lēmums 2006. Gada 23. Novembrī es jums vēlos uzrunāt. Jā, es pārsūdzēju uzreiz, ka to saņem. Tiesas lēmums tikai tagad būs pasludināts. Es nesagaidīju. Es biju tiesas sēdē pirms 20 minūtes. Отключена электроэнергия у председателя домового комитета уже 6 лет назад. У меня 4,5 года отключена электроэнергия в доме электроплитки. Люди находятся в катастрофических условиях проживания. Суд, второй суд, высшая инстанция обязал подключить электроэнергию. Хозяин Романа. Я полемизировать не буду. У нас есть выборы на суде. Вам дума разрешена, пожалуйста. Я обеспечу общественный порядок. Просто очень неприятно, честно говоря. Мы вообще своей страной гордимся и уверены в будущем демократическом процветании Латвии. Но сегодня в Латвии процветает, к сожалению, много неопасных. И это очень опасно. Юрий, вы будете следовать? Все, пожалуйста, проводите. Мы вообще не пошли. Да, брать, это здесь нет места. Да. Блин, не пойдет. Блин, не пойдет. Да. Lūdzu, lūdzu visu cilvēku, biedru un ienaidnieku un atbalstītāju un pretējnieku. Lūdzu, nu, atiet vismaz 5 metrus, ja lai varētu kaut kā rīkot mazo improvizētu sapulci. Lūdzu, ļaujiet mazu laukumiņu. Dali Latvijas iedzīvotāju dzenešalizētu māju īrnieku. Dzenešalizētu māju īrnieku. Norikot māju. Nav mītiņu iet. Nav mītiņu. Nav mītiņu iet. No, bet mums ir ļauts. Эй, сама мити вето. Да. Шуда, сегодня день спасения. Наши небо. Эй, это же. Эй, это сама вижу, мы мити вето. Все земля Господня, и каждый может жить на этой земле. Независимо от нации. На своей земле иди. Здесь земля на
наша на небесах, а здесь земля Господня. И каждый может жить на этой земле. Вам нужно покаяться, принять Иисуса. Вот это земля Божья, это не ваша земля. Это не ваша земля, это земля Божья. И не ваша. Так почисть, покайтесь, она будет чистой. Примите Иисуса и покайтесь. Сегодня день спасения. Всем нужно покаяться. И жить в любви. Всякий, кто ненавидит, Бог сравнит, как человека убийство. Далібніки он ад був в Китаї, мабуть, ліс у Латвії, ад був в Китаї, он далібніки вдавав. Юнс, Ір Савас, Дідоклі Савас, ідея, вечі, ідея, сайститас, ар, де пілони, кад можна, то не є маси. Кара лайка, отра пасова, кара лайка, вейдото, он активі, piedalījušas fašistiskā legionā Latvijas Waffen SS legionā divas dalības sasaunas. Iebāties valodu vispirms darunā. Šalvīti iebāsteikā. Lūdzu vispār dot mazu vietiņu, taču nu... Vietiņas pietiek, pārvietiņējiet pie savējā. Жалости бы покаяться перед Иисусом и возлюби ближнего самого себя на ненависти. Здесь нужно, Бог сказал три языка, русский, латышский, немецкий. Так говорит Господь, русский, латышский, немецкий. В Латвии должно быть три языка. И принимайте, перед Богом нужно смириться. Я не буду бунтаря. Латвия же крови добавила, так говорит Господь. Hitlera karoga, bet ne Latvijas karoga. Mēs atbalstām Latvijas neatkarību. Mēs pilnīgi esam piekritām par to, lai Latvija demokratiska un neatkarība. Bet mēs nekādī neatzistām, nekādī neatbalstīsim neofašistiskas idejas. Es gribu... Es neatbalstīju komunistiskās idejas. Es gribu piedāvāt visiem pretiniekiem, piedāvāt dokumentu citātus. Un vairs, nu, es neesmu tik liels politikas, es neesmu politikas, es neesmu deputāts. Es varu tikai izlasīt citātu no viena dokumenta, lai būtu kaut kas skaidrs sakarā ar šitiem vēsturiskajiem. Vai ne? Dokumenti, tas ir svarīgākai argumenti, kuri var apspriest un tie un iegūt dokumentus vēsturisks. Viņi ir fundamentāli un nepavarama. Vazdīvi bližņi, ka samu sebe Bogs skazāt trī izakā Latvijā, ruski, latiški, nemiecki. Smirīti pirī Boga! Trī izakā Latvijā, ruski, latiški, nemiecki. Так говорит Господь. Покайтесь, покайтесь. И надо любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя. Давай поцелуем. Давай поцелуем. Давай документ, Лассиш. Да. Путин зовет вас на родину. Путин зовет на родину вас. Лудзу, ну не варта. Наше жилище на небесах. Лудзу, бичин. Мы не живем на этой земле. Ну 30 метров. Это земля Господня, и каждый имеет право жить на этой земле. Где вода, как ты варишь? Еще свои законы человечки установляют. Есть Божий закон. Каждый может жить здесь на этой земле. Sakvēl tur ir rakstīts arī, ka 40. Gadā okupēja Latviju ar tankiem un slepkavoja. Вот как у меня в руках. Да, Вазиш, мы знали. Велрейзи лучше. Ну, вену метру от того лучше. Ну, вену метру. Три из пьеца лучше. Ну, вену метру. Тогда грибу паласит. Эс грибу. Израил это пахнет много.
А Дуня не вернёт туда, кто моя. Значит, Лудзу мене отвиняють, мене інструктивос вестулес Розенберга Кунга. Розенберга, Альфредо Розенберга, Пешка. Вестуле он... Und Instruktion, ja? Ну, Розенберг. Nein, nein, da. Ach, weil du hast es schon in der Kriegiski, ja, zitat uns im Moment noch. Berlin. 21 июля. Я Розенберг Сакарева, Валерия Берлина, Химлера я не Сакарева. А, латвийский. Дранг на хостеле. Так, Лудзу, Усклавція, Кревіські, ну парі сварці. Рейх-комісар Остланд, рейх-комісар Остланд должен препятствовать. Рейх-комиссар Осланда должен препятствовать возникновению претензий на создание эстонского, латышского и литовского государства, независимых от Германии. Необходимо также постоянно давать понять, что все эти области подчиняются немецкой администрации, которая, однако, имеет дело с народами, а не с государствами. Нужно настоятельно и постоянно подчеркивать вину прежних правительств этих государств. Они упустили редкую возможность войти в союз с Германией в качестве независимого государства. Еще несколько слов. Из запрета образовать независимые государства, о чем, однако, не нужно заявлять публично, вытекают и меры, необходимые для предотвращения формирования так называемых независимых национальных армий. Верховная военная власть, так и полиция. Да, хорошо. Ну, педея. Что касается культурной жизни, то вначале необходимо пресечь намерение относительно не нужно возражать против создания ремесленных училищ и небольших технических учебных заведений. Обратите внимание, это очень важно. Даже... Руновал солода. Отец его. Культура.
Латвии всех, кто категорически не согласен с официальным мнением о якобы положительной роли этого пресловутого легиона ВАФНСС, считает радикалами. Что эти господа подразумевают под радикализмом? Радикализмом они называют наше совершенно законное нежелание мириться с существующим порядком вещей, когда залит человеческой кровью подонки гордо маршируют по нашим улицам, когда нелюди, душители благодатного Ленинграда, участники расстрельных команд вдруг стали национальными героями и примером для подражания. Никто, я повторюсь, никто из официальных лиц государства, никто из согласных на всю ИУД не назвал реставрацию ненацизма злом. Злом абсолютным и не требующим доказательств. Все в один голос призывают праздновать то же самое, только в другое время и в другом формате. 15 лет мы старались не замечать происходящего. 15 лет мы закрывали глаза и прятались под одеялом. Результат налицо. По нашему городу, повторяюсь, идут те, кто на такие марши не имеет никакого права, ни морального, ни исторического. Эти господа, которые остались живых только нелепой случайности, и благодаря амнистии 53-го года имеют только одно право. Право спокойно дожить свой век в кругу семьи, не более того. Если с самими легионерами, в общем-то, все понятно, черти в аду давно заждались своих подопечных и раскалили сковородки, то с молодым поколением неонацистов все не так просто. Год от года их становится все больше и больше. И ряды адептов идей бесноватого эфрейтора растут в геометрической прогрессии. Хорошо известно, что такое заигрывание с нацизмом пришло человечеству в 20 веке. Европа, да не то что Европа, весь мир умылся кровью, но быстро успокоился и забыл. И примером тому, что человеческая память короткая, является этот ненормальный, не укладывающийся в голову нормального человека праздник, День Латышского легиона ВАФНСС, или как его называют нормальные люди, Дня фашиста. В наших силах сломать эту традицию. Мы обязаны сделать так, чтобы идеи неонацизма канули в лету, чтобы даже малейшие попытки их реставрации вызывали отторжение общества, чтобы малейший намек на расовое, национальное превосходство одних людей над другими карался незамедлительно и беспощадно. В противном случае мы опять докатимся до звезд Давида на одежде, до запрета нетитульным ходить по тротуарам, и как последний способ решения национального вопроса мы вернемся к расстрельным ямам, которых на территории современной Европы не счесть. Мы и так имеем различия в правах, запреты на профессию, и на право учить своих детей на родном нам языке. Мы имеем государственную политику, открытую, поддерживающую идеи неонацизма и ксенофобии. Правда, пока более или менее в ограниченных, так называемых, цивилизованных рамках. Каждый уважающий себя человек, кому не безразлична судьба своих детей, обязан приложить максимум усилий, чтобы расползание коричневой чумы не приняло характер эпидемии. Потому что в противном случае нам будет поздно скулить и жаловаться. Через несколько минут мы посмотрим на лица тех, кто придет с той стороны, придет слева. Вы посмотрите на их глаза. Они нас боятся, прикрываясь флагами Латвийской Республики, боятся, не смеют показывать глаза, боятся крепкой до нервного поноса. Сделаем так, чтобы в следующие годы даже в самом воспаленном мозгу ни у кого не родилось идеи промаршировать еще в этот день к памятнику свободы все идеи неонацизма, в общем-то, не очень здоровое латвийское общество. Спасибо. Наш президент несколько дней назад объявил тех, кто придет сегодня в центр города, не патриотами Латвии. Мы с вами не патриоты Латвии, потому что мы пришли выразить протест против разжигания межнациональной розни, против фашизма, его преступлений, против поднимающего голову неонацизма.
Борьба с этими явлениями не имеет партийной окраски. Мы голосовать можем по-разному, но протестуем мы против одного. Я предоставляю слово гражданину Латвии Татьяне Жданок. Спасибо, Владислав. Дорогие друзья, дорогие единомышленники, мы действительно пришли сегодня, может быть, после десятилетия молчания. Мы спокойно позволили совершенно незначительной, ничтожной части общества, а такая часть существует, это где-то до 10%, болеют идеями коричневыми, болеют идеями неонацизма, а перед Второй мировой войной такой болезнью, к сожалению, заболело гораздо больше народу. Так вот, мы им позволили приватизировать памятник, который на самом-то деле строился всеми и поддерживался всеми латвийскими гражданами, независимо от их этнической принадлежности. И в это Карлису Зале, на памятник, который был спроектирован Карлисом Зале, собирали деньги в Риге, собирали в не только в латышском обществе, в здании латышского общества, собирали в зданиях русских национальных культурных обществ, в еврейском обществе. Все внесли свой вклад в то, чтобы такой замечательный памятник оказался в центре Риги. И мы сегодня уже третий год подряд сломали эту незаконную приватизацию памятника. Мы, антифашисты, имеем полное право стоять здесь и сказать «нет нацизму, нет фашизму». Очень жаль, что здесь сегодня есть только, если и мы, избранные латвийскими гражданами депутаты, то депутаты оппозиционными. Я 2,5 года работаю в Брюсселе, в Страсбурге. Я часто бываю в Германии. И сегодня я прилетела из Франкфурта сюда в первой половине дня. Не была. Я смотрю и слежу за тем, как проходят антифашистские марши. Это делается на государственные средства, с помощью государственных средств массовой информации. Я не раз видела по германским ведущим телевизионным каналам сюжеты о преступлениях нацизма, сюжеты о преступлениях этого Верховного Совета. И тогда вместе голосовали и депутаты Народного фронта, и мы, депутаты Равноправия, за то, что 4 июля было внесено в календарь как день памяти жертв геноцида. Вы спросите сейчас у среднего школьника, кто знает, что произошло 4 июля. Вряд ли кто-то скажет, а люди проезжают по центру. Tad viņa uzskata, ka lūk, fašismas tas bija ļoti slikti, bet redzat, Latvijā jau fašismas nav valdījis, Latvijā valdīja vācu nacismas, tās ir dažādas lietas, jā, es domāju, kas daudz mums par vēsturi interesējas, tas to zina. Un ja jau tas nacismas tik slikts bija, tad jau viņai un saviem vecākiem vajadzēja te palikt un nemukt projām no atbrīvotājiem, kas tos nacistus zina. Bet paskatīsimies, cik daudzi desmiti, pat 100 000 aizgāja prom. Mūkdami no tiem atbrīvotājiem tā saucamiem, ar tiem nolādētajiem fašistiem tā sauktajiem kopā aizgājā. Un lūk, tad sanāk, ka tie bija slikti. Tātad mēs viņus negodināsim. Nu, es domāju, ka tādus padomdevējus vajag ļoti, ļoti tālu pasūtīt. Un mēs visi, kas te sapulcējušies, mēs uz to esam gatavi arī darīt. Un par pašu Hitleru tagad grāmatnīcās ir nu padārga grāmatiņa, gan Latu 20 maksā, bet es tiešām iesaku nopirkt izlasīt Džona Talanda angļu vēstnieka grāmatu par Hitleru. Tur ir pastāstīts, ka
Nemaz viņš tik ļoti negribēja karu, un tīpaši Angliju viņš centās izlīgt, bet nu, politiskā situācija tāda izveidojās, ka viņš bija spiests to karu uzsākt. Lūk, tādas tās lietas. Nu, un šodien, protams, mēs esam, lai godinātu brīvības cīnītājus, lai godinātu tos dzīvi esošos, varētu mums kur tālāk vajag, kuriem pikses nedrep, kuri te ir ieradušies, kuri grib godināt savu brīvības cīnītāju piemiņu. Un mēs tad, protams, piedalīsimies arī gājienā, iesim droši paceltam galvām, mēs te neesam uz sērām atnākuši, mēs te esam kā uzvarētāji, kā cilvēki, kuri droši cīnās par savas tautas tiesībām, savā devuzemē. Un galvenais, kas mums tagad ir vajadzīgs apskaidrot tautu, skaidrot tautai, kas ir tie, kas ir pie varas šobrīd Latvijā un par ko viņi cīnās, ka viņi necīnās. Par Latviju viņi cīnās par latviešiem naidīgām interesēm un viņas vadā latviešiem naidīgi spēki, kuri pat sevi neatklāja, bet kurus mēs tikai nojaust varam. Un tātad, jā, Abreni, protams, mēs nu nedrīkstētu pieļaut, kā dot, bet redzēt, tās tautas masas tomēr nav pietiekami lielā skaitā gājušas protestēt. Var vēl būs iespēja, vēl saima par to lems, varēs atnākt un spriest par to un izteikt savu viedokli. Nu un attiecībā arī jāsaprot, ka tās sūkā problēmas, tas viss, kas te notiek, tas saistīts ar Latvijas atrašanos Eiropas Savienībā. Ja tas nebūtu mums tautu problēmu atkristu, tā ka mums arī no tās savienības, kur tur melnās ložas valda, malda zilā mafija, pederasti un visādi no turienes mums jātiek ir vaļā. Tas ir jāsaprot, ka mēs tur esam tikuši, grūtāk būs izrāpties nekā ielīst, bet par to ir jācīnās, un tātad nu, nobeigumā latvieši tiešām aicinās būt visiem drosmīgiem un propagandēt savus uzskatus un neizmirst, ka Latvija tomēr divināta kā latviešu tautas nacionāla valsts. Cīņai sveiks! Paldies! No NSS kādu pārstāvu lūdzu? Viktor! Nu, lai viņš izskatās, viņš tā. Nu, Šiškins ir nevēlam, ka pielastēja pasākumā. Pa ceļam man kopā skolas bija raizturējis. Kā mēs to nosaucam? Kam mēs traucējam? Es divi gadus klusēju. Tas pats Raivas dzintars ar to tāpat rīcību izskatās, nu saskarties. Ja kaut kas nepatīk, nepatīk simbolika vai kas, es šodien viņu neesmu uzlicis. Vai kas mainīsies? Attiecībā no Krievijas nekas nemainīsies. Mēs jau vienmēr jau plojā viņiem būsim. Fašisti, nācisti un vispārējais. Tā kā, vērtējiet paši, kas kurš ir, un tās agatas no tā maisa līdīs ārā. To, un jo tālāk, jo labāk. Un ja tas Jānis Sils ar Aivis dzintars savu gļēvu lību, es konkrēti gāju pat cilvēki, nevis par biedrībām, savu gļēvu lību aizstāja ar akmentīņu mešanu mūsu lauciņā, ja viņš vīrs, lai nāk uz plača. Es nezinu, ka jādabā purnu uzreiz, jā? Bet pie galda mēs neesam sēdējuši. Lai piesēst pie galda. Pie sarunu galda. Jo būtībā mums ir viens pretinieks. Tie parazīti, kas tarp cilvēkiem ir. Un neies tauta pret tautu. Mūsu lokā arī kārtīgi Latvijas krievi. Nu, domājums, ka arī piemēram, ja runā pa Gordonu kungu, jā, kas tagad ir Izraēlā, es viņu pieskaitu tomēr, lai kaut kur mums ar domas dalās, es viņu pieskaitu pie kārtīgiem Latvijas žīdiem. Un ja man kāds pasaka, ka es pārkāpju kaut kādus likumus sakot žīds, tad atmodas laikā es vienu žīdu pasaules par ebreju, viņš pateic tā dēliņa, var uztikt, kas esmu piespļāvis acis, jo esmu kārtīgs Latvijas žīds. Man nav nekas pretī, jebkuras, pret jebkuras tautības cilvēku, jebkuras, bet strādājošu kārtīgu Latvijas cilvēku, kas stāvēs un kritīs pa šito zemi. Tad citu tēvs te izteicās, un es gribu teikt tā, Latvijas esmu, Latvijas būšu, Latvijas mūžam palikšu. Ну, вот так, я говорю.
Gājam dalīties. Lūdzu, sakārtoties pa 3-4 kolonās Latvijas karogiem. Thank you.
Thank you.
Вот его здесь нет. Для вас усилился
Yeah.